Значит, выпускаем сейчас его и больше не уловим леща. От распаления льда до 20 июня лещ, судак и щука запрещен к добыче. Сейчас вы нарушаете правила. Запрещено, даже руками. Читаем. Читаем. Пусти его, что-то. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Приказ, да, Москва. Подтверждение правил рыболовства. Щука в реках от распаления льда до 20 мая. В реках. Щука. Да. Читаем дальше. В Нарском водохранилище от распаления льда до 15 мая. Это щука. В остальных водных объектах хозяйственного значения от распаления льда до 31 мая. Это щука. Дальше. Судак. Лещ и хариус. От распаления льда до 15 июня леща, судака и хариуса ловить запрещено. Где? В Луге? Водный объект рыбохозяйственного значения Ленинградской области Санкт-Петербурга. Все водные объекты. Плотву можно? Плотву можно. Нельзя ловить только щуку, судака, леща и хариуса. Судак, лещ и хариус от распаления льда до 15 июня. Рыба должна отнереститься. И чтобы не было штрафа, то поймает, пусти, если мало ли он клюнул. Все понятно. Пожалуйста, открываем еще раз. Правила рыболовства, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Ну это понятно. Это для вас. Это для вас. Для широко общественного. Находится... В прессе не прозвучало. Ребята, ну я же вам объясняю, что... Незнание закона не освобождает от ответственности, молодые люди. Не убирают. Все ловят лет по 20, ни разу не... Правильно, потому что не добирались мы до вас. Вы. Открываем. Сроки запретные для добычи водных логических ресурсов, да? Что нельзя ловить. Первый идет щука. Щука. Да, ну щука. В реках от распаления льда до 20 мая. Щука, понятно, острогой. Вообще нельзя ее оставлять. В Нарском водохранилище от распаления льда до 15 мая. От распыления льда до 31 мая. Река и заводь, чуть знаете, да, разница? Да. То есть в заводях до 31 мая нельзя щуку ловить. Даже руками. Там дальше. Определенные... Судак, лещ и хариус. От распыления льда до 15 июня. Ну, и раки пошли. Ну, это сроки, когда запрещены для добычи. Все, вообще запрещены. То есть вы не должны ее поднимать даже из водоема, так скажем, вот, по закону. Вот страна. Да, да. Понял. Еще повторить кому-нибудь? Да нет, все до 15. А лещ у нас по такси стоит 17 рублей голова. 17 рублей тебе отдай, можешь забирать. Нет, это вы оплатите ущерб государству. А нарушение права рыболовства от 2 до 5 тысяч рублей. А минога сколько? Ну, Руслан, 250. Это не серьезно. Согласись, Руслан. То бишь руками ловить, чем Руслан, это мордой не серьезно. Берешь, нет. Все равно. С очками. Минога запрещена. Я говорю, к вылову, если вы ее поймаете, запрещено. 250 рублей сколько, да? Одна голова, 250, это штраф. А то есть я приду в следующий раз, и у вас будут в пакетике ведерки лежать лещ. Вас предупреждал всех, правильно? Что его ловить запрещено. Это штраф. Вы производили лов запрещенного вида биологических ресурсов в нерестовый период. Штраф от 2 до 5 тысяч. И машины там чьи стоят. Тоже. Водоохранная зона водоемов. До 50 метров, да? 50 метров. 65-я статья Водного кодекса. Это плотина 500 метров, да? Это ловить нельзя, да, 500 метров. У реки Луга 200 метров водоохранная зона. Либо, если есть бетонное покрытие ближе, на бетонном можно стоять. У других водоемов 50 метров, которые меньше по протяженности. То бишь, это Мертвица и все вот прилегающие наши водоемы. Заводи 50 метров водоохранная зона. Это наказывается по санкции статьи 65 Водного кодекса от 3 до 4,5 тысяч штраф за водоохранную зону. То есть сейчас в данный момент мы предупреждаем, ну опять же, да, незнание закона, да, ходим. Нет, но мы в данный момент ходим. Всю жизнь ловили, поэтому как бы никто не запрещал. И я не запрещаю, я запрещать не могу.
Я контролирую законодательство, которое правило рыболовства. Руслан, сетки контролировать надо. Электроудочки. А уж за удочки, если по-честному, вот так вот, по-честному говорить, да? Общественность, да, которой вы можете помочь, понимаете? Что этот лещ? Мы же его не дерем, не сеем. Мы его ловим на удочку. Нерестится. И пусть он отнерестится, и потом ловите после 15 июня его. Тут уже воды не будет. Ты сам рыбак? Одни пороги. Нет, конечно, я же инспектор. Здесь одни пороги будут. Я же не рыбак. Я же инспектор. А что потом ловить-то? Вот видите. Он же потом уйдет. А почему он сейчас ловится? Потому что он идет на нерест. Правильно? Он идет голодный. Он кидается на все подряд. А потом его нет. Почему на все подряд? На червяка, по-честному, на пару червяк. Я вам и объяснил, что ловите на червяка леща после 15 июня. Временно исполняющий обязанности старшего государственного инспектора по Санкт-Петербургу и городской области. Мы все поняли, Руслан Витальевич. Поэтому удачной рыбалки, мужики, водоохранная зона и запрещенные для добычи водных биологических ресурсов. Не рисковать. Все понял. Спрос есть? Нет. Поэтому первое предупреждение. Все, удачной рыбалки. Рыбоохрана. Поймали что-нибудь? Рыбки поймали. Ну, вы покажите, что вы поймали, я вам скажу, запрещено или нет. Запрещено. Почему? Зачитываем. Давай. А где это записано? Которое у нас зарегистрировано 3 декабря 2014 года, да? Ага. Открываем. Водный объект рыбохозяйственного назначения Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 28 пункт правил рыболовства. Здесь у нас указаны все водоемы в Санкт-Петербурге, городской области, где на мотор нельзя ходить, где на что ловить. Открываем пункт 28.2. Сроки и периоды запретные для добычи и вылова водных биологических ресурсов. Что нельзя ловить? В какое время, да? Угу. Первое, щука. В реках от распыления льда до 20 мая. В Нарском водохранилище от распыления льда до 15 мая, то есть ее ничем нельзя ловить, даже руками. В остальных водных объектах по хозяйственному значению от распыления льда до 31 мая. Угу. Это щука. Дальше судак, лещ и хариус. От распыления льда до 15 июня. Угу. Ну, раки у нас тут пока не ловят. Вообще на этих там, даже в ручьях не давали. Ну, я не в ручьях, я имею в виду, чтобы... Раньше вообще было вот до моста. Это на спиннинг. Это на спиннинг. Это у нас 28.1. Районы запретные для добычи. Районы. Это у нас Луга от деревни Большелуцк и до Устья. Это район, в котором нельзя ловить. То есть разрешено ловить только на одну поплавочную или донную удочку с берега. Собственно, количество крючков не более 2 штук. Это район. От моста начинается до Устья. А это водный биологический ресурс, который запрещен для вылова. Который нельзя ловить вообще. И до устья. Нельзя на спиннинг и на все-все-все остальное. Только удочка и доночка. Сайт рыбоохраны. Северо-западное федеральное управление. Есть правила рыболовства. Сердце будет кровью обливаться, когда будет протокол. В данный момент мы вас предупреждаем. Удачной рыбалки. Спасибо. Витя. Да, ну что? Правила рыболовства. Щука. В реках от распыления льда до 20 мая нельзя ловить. Вообще никак. Даже разрешенные морфологические ресурсы нельзя никак ловить. Даже разрешенным орудием лова. Плотву можно. Не нарушайте правила рыболовства. Хорошо.
водичка. Водичка, отлично. То есть уже сезон открыли? Мы его не закрываем. А, вы и зимой купаетесь? В данный момент у нас идет нерестовый период, лещасы, рака и щуки, и хариусы. Их вообще никак нельзя ловить. А разрешенное орудие лова у нас удочка, не больше двух крючков на гражданина, и донная снасть, не больше двух крючков на гражданина. Спиннинг только в тех районах, в которых он разрешен. Знаете, какую рыбу нельзя ловить сейчас? Без понятия, расскажите. Леща, судака и щуку. Даже разрешенным орудием лова, удочками и доночками. Мало ли поймали, надо отпустить. Корюшку по закону в нерестовый период можно ловить с очком с берега, не превышающим диаметре метр. Статья. Пункт правил. Рыболовство, да, запретные виды запретных орудий и способов добычи водных биологических ресурсов. Это на то, на что нельзя ловить. Mm-hmm. Сети, да, ловушки, ручные удочки и спиннинговые снасти, если больше 10 штук на орудии крючок, да. Что касаемо наметок и сачков, это тоже запрещено. Запрещенное орудие лова, применение которое запрещено. Но у него есть исключение. За исключением использования этих орудий диаметром до 1 метра. Для добычи вылова корешки в нерестовый период без применения плавучих средств. На расстоянии менее 500 метров от неводных тонн и ставных орудий добычи вылова. Ну и пошли уже это в других городах, в Ленинградской области. Такого добра нет, он бустеры 4 штучки с удовольствием. На что ловили? Крючок? Правильно. Спиннинг запрещен, знаем, да? Знаем, да. На что ловим? В смысле на что? Орудие лова какое? Фидерное. Крючков сколько? Два. На одном и на другом или всего два? Два? Ну, здесь два и там два. Вы знаете, что на одного гражданина не больше двух? Что не больше? Не больше двух крючков на одного гражданина. По правилам рыболовства. Ну, не знаю. Снимайте.
этом участке реки разрешено удочка и донка с берега с не больше 2 крючков на одного гражданина. Как вы рыбу ловить нельзя, знаете? Нет. В данный момент. Лещ, судак, щука и хариус. Сейчас у них идет нерест. Просто не первый день сюда приехал. Нет, вот поэтому первый раз вам и предупреждаю. Хорошо. Чем занимаемся? Чем? Вот посмотри, лодку погрузил. Открывайте. Да я знаю. Вот. Сеть. Сейчас поедем на залив ставиться. Где бирки? Бирки? Привяжут сейчас бутылки. Привезут ребята, поедем. Почему ничего? Где журнал? Журнал? Тоже в машине. Че, мужики, сами сетку снимите? Или иди снимать? А? Сами сетку снимите или снимайте? Я не понял. Либо вы сетку, говорю, сейчас говорите, где она, и мы выписываем вам протокол на 2000 рублей. Я сейчас пойду ее сдираю, и мы уезжаем. Давай мы ее снимем и будем уезжать. 2000 рублей. Меньше никак. Так она же 1000 что поймать, даже на удочку не клюет. Да не, ради бога, за машину от 3 до 4,5 тысяч штраф. Ну мы сейчас здесь стоим, да? Выдираем, либо вы отдаете документы, мы составляем протокол. Как нет? Ну если у вас стоит сеть, значит вы должны быть наказаны по закону. Да? Давай, чего? Давай документы. А что, какие, паспорт. На машину идут? Паспорт. Телефон, номер телефона, когда оплатите, позвоните. Чем? Сказать, чтобы оплатили. Чего? А можно по телефону потом узнать, когда в следующий раз поедешь, не? Нет.